Ну что ж, давайте рассматривать, что у нас за блуза. Блуза-туника «Восточный напев». 1999 рублей. В этой блузе очень много секретов. И сразу знакомимся с цветами. Бордовый цвет, оттенки ягод сегодня очень актуальны. Многие женщины выбирают этот благородный цвет. Для тех, кто очень боится ярких цветов, идеальный вариант. В то же время вы выглядите заметно и ярко. Ох, какой красивый цвет. Но есть у нас и более глубокий, я бы даже сказала, загадочный. Очень. Это цвет сапфира, темный синий цвет. А следующий оттенок, этот цвет называется французская горчица. Обратите внимание на некоторые нотки оливкового. Если вы будете делать заказ, то назовите его оливковым цветом. Да, именно в заказе он называется у нас оливковым. Слушай, какой он все-таки красивый. Ты знаешь, вот с какой-то такой горчиночкой-перчиночкой. Действительно, мне очень нравится, Оля, то, что наша туника «Восточный напев» идеально смотрится и с брюками, и с юбками. Давайте посмотрим на образ нашей Марины. Марина выбрала для себя праздничный ансамбль. Это юбка от костюма. Темно-синий цвет идеально будет сочетаться с цветом кружева на юбке. И для тех модниц, кто любит альтернативу платьям, микс блуза плюс юбка – это туника «Восточный напев». Слушай, да как это прекрасно заказать, например, комплект – это костюм, две вещи, плюс туника «Восточный напев», и у вас уже получаются различные варианты. Итак, размер от 50 до 64 и три цвета на выбор. Оля, вот хочется вглядываться в эту тунику, но прежде всего хочу заметить, что у туники свободный крой. И мне нравятся цельнокройные летящие рукава, как у царевны, которая взмахнула одним рукавом и как в сказке, по велению. И мне нравится также ее фасон. Смотрите, этот а-силуэт, расклешенный низ. Благодаря таким деталям блуза поможет скрыть особенности женской фигуры. Но давайте сейчас обратим внимание на зону верха. Я замечаю, что сегодня многие дизайнеры прибегают к таким украшениям, как эффект кружева. И здесь очень лестно заметить, что кружево каждой туники подобрано цвет в цвет. Вот это очень здорово. Кстати, Света, вот хотелось бы обратить внимание, здесь смотрится очень дорого за счет того, что кружево идет в цвет со основным цветом ткани. У нас есть синего цвета. Смотрите, какое там украшение. А, да, у синего цвета, кстати, украшения и на синем, на оливковом и на бордовом совершенно различные. Синие украшены еще и жемчугом. Посмотрите на эти нотки синего и как симметрично расположился этот принт благодаря бусинкам. На самом деле блуза «Восточный напев» выглядит очень нарядно, очень изысканно. И давайте посмотрим сейчас на Марине. Я иду к Марине для того, чтобы помочь выбрать вам ваш размер. Размерная линейка от 50 до 64. Итак, внимание, зона верха. Учитывая то, что у нас с вами цельнокройный рукав, мы можем выбрать с вами тунику «Восточный напев» идеально своего размера. Верх у Марины 52, низ 50. Блуза туника «Восточный напев» выбрана в 52 размере. Давайте посмотрим на свободу в зоне пройма. Прекрасно. Летящие рукава 3 четверти скрывают не только зону ручек, зыбкое место, которое женщины прикрывают, но и помогают вам выглядеть уверенно. Оля, ты посмотри, какой дизайн! Необыкновенно, интересно, эффектно. Блуза туника «Восточный напев». Вы будете в ней неподражаемо красивы. Меньше 2000 рублей цена. Как выбрать, как определиться? Давайте смотреть. Может быть, бордо? Нет, наверное, все-таки оливка. Возьмите две, потому что такая цена позволяет вам не выбирать. Три цвета на выбор, бесплатные звонки и оплата при получении. И еще, помните, у вас есть 15 дней на обмен и возврат. Если вдруг вам не подойдет какая-то вещь, легко вы можете вернуть, а мы вернем вам деньги. Но мы выбираем для вас только качественные изделия, чтобы вы довольны были дистанционными покупками. Продолжаем дистанционно выбирать и разглядывать фасоны этой блузы. Мне очень нравится, что здесь дизайнеры урезают зону талии, и это прекрасно. Мы привыкли к тому, что такие легкие струящиеся туники сразу идут расклешенными от зоны груди. Но, выбирая именно такой вариант, смотрите, мы делаем зону талии аккуратной. Мариша, подними ручку, вот так вот. Мы делаем ее аккуратной, а фалды, которые струятся от линии бюста, не только вытягивают ваш силуэт, они убирают зону бедер и прячут зону животика. Такая туника не смотрится мешковато за счет того, что именно линии талии имеют потрясающий приталенный силуэт. Ой, как смотрится божественно, как необычно скроены рукава, какая эффектная модель.
талия будет у вас заметнее в этой тунике. Меньше 2000 рублей. Так, Свет, как нам все-таки лучше? Размер-размер брать? Я рекомендую выбирать размер в размер. Многие женщины сегодня находят для себя настоящее спасение. Но давайте посмотрим. Марина выбирает размер в размер. Идеально по линии плеча. Туника смотрится очень аккуратно. Обнимая зону бюста, она действительно убирает зону животика, если у кого-то есть секреты.